выходишь из душа и не вытираешься полотенцем. А лучше всего, если вы прямо в душе, позанимайтесь какой-нибудь физической нагрузкой. Попробуйте обсохнуть без вытирания. И в этот же момент, например, поприседать в душе. В этот момент наши системы терморегуляции начинают это воспринимать как такое стрессовое охлаждение и начинают выкручивать наши внутренние отопления по максимуму. И происходит процесс под названием липолиз, то есть сжигание жировой ткани. То есть на получение вот этой энергии, обеспечение тепла организма поступает на передний план наша с вами жировая ткань. Здорово, демоны! Такой хуйни я еще не слышал. Давайте начнем с того, что липолиз – это жиросжигание, оно происходит при дефиците калорий. То, что ты там где-то поприседаешь в душе, тебе будет пиздец холодно. Твой расход калорий в лучшем случае увеличится на 5, может на 10 калорий. Вот подумай логически, тогда какого хуя чукчи не худые? Они наоборот все более жирные, потому что жировая ткань спасает их от холода. Жировая ткань сама по себе сохраняет больше тепла в организме. Твой организм не хочет сдохнуть от голода, ему невыгодно быть худым в данном случае. Если ты хочешь похудеть, тебе в любом случае придется меньше жрать и больше двигаться. И не ищи магию, и не занимайся всякой хуйней в душе, а то еще наебнешься, еще им тебя сломаешь. Ну что, понял? Ай, молодец, держи бочку.